Ребята, сейчас лето наступило. Самое время как раз заниматься собаками. Не в залах дурацких, понимаете, пыль глотать. И ставить их там на тумбочке. И бегать на каких-то дурацких дорожках. А самое время сейчас сесть на велосипедик и потихонечку, понимаете, крутить педали вместе с собакой. Преодолевая определенные расстояния. Это полезно и для здоровья, и это очень хорошо социализируется и собака, и получает там точно такую же нагрузку физическую. Ну вот, и тоже приятно бегать с хозяином, понимаете, а не в залах тереть. Вот сейчас я покажу, как я, в принципе, занимаюсь вот с молодым тибетским мастифом. Масик. Дедушке вот 60. Он садится на велосипед, берет мастифчика молодого. Он еще не доставлялся нигде. И мы с ним побежим тихонечко. Бежали, Масик. Масик. Мася. Ну вот так, километрика 3-4, не спеша, такой свободной рысью для тибетского мастифа, очень хорошо. Все. Скорей. Скорей. Советую самим жирок погонять, и собакам будет хорошо. А то на выставке смотришь порой, да тебе жопы приходят, понимаете, хендлеров нанимают. Сами свою жопу подрисите с собачкой, похудеете, и будет нормально.